гости к Папе Римскому мы приехали на автобусе. Это длинная очередь на вход в музей. Здесь стояли группы туристов. Мы с ними прошли контроль на вход. Потом взяли билеты и отправились в самостоятельное путешествие по музею. Это схема движения и один из наших билетов. Теперь давайте вместе пройдемся по музею и вместе полюбуемся его красотами. Отлично, вы с ним тут лежите. Thank you.
А теперь пей. Молодец, вкусная. Духовной пищей мы объелись и решили переварить ее в кафе. Thank you.
После отдыха у нас открылось второе дыхание, и мы решили посетить собор Святого Петра. Вокруг всей площади извивалась очередь на вход, на контроль. Погода была прекрасная, и настроение отличное. Теперь прогуляемся по собору Святого Петра и посмотрим все это великолепие. Вот и закончилась наша прогулка по Ватикану, а вместе с ней и день.